Спасибо, что пришли сегодня. Давайте поднимем бокалы и выпьем за всех вас. За нас, ребята! Она сказала, на улице был мужчина. Он шел за мной после встречи выпускников. Отойди от окна. Все хорошо? Повезло, что не заболел. Я уже много лет не болел. Ты только что потерялся. Я не терялся. Извините, если заставил вас нервничать. Ерунда. Это не ерунда. Дядя много говорит о вас. Мы с папой подумали, может, вы за ним присмотрите днем? Надо только быть рядом, гулять и все такое. Зачем ты пошел за мной до дома? Или ты вспоминаешь, когда удобно? Я не помню. Ты не понимаешь, что делаешь. Ты сейчас не можешь мыслить рационально. Почему ты ушла? Ситуация стала запутанной. Ты о чем? Почему вы с мамой не разговариваете? Когда твоя мама была в твоем возрасте, она отбилась от рук. Со мной не так. Мне здесь очень плохо. Здравствуйте, с возвращением. Вам как обычно? А, да. А что обычно? Я не знаю. Нет? Нет. Ты ее помнишь? Нет. Память. Скоро в кино.